Thank you.
Святая. Спасибо вам всем большое, что пришли сегодня на заключительную лекцию из цикла семинара «Слава Холма Гуаркан» на этом фестивале. And because, well, the timing of the programs today is different, it'll be a little shorter. И поскольку сегодня мы во времени ограничены, наша лекция будет немного короче по причине большой загруженности в остальных программах. Anyway, we will try to finish the actual this Govardhan Lila we've been discussing. Мы попробуем сегодня завершить описание Говардхана Лилы, которую мы описывали ранее. And yesterday we finished at the point where Indra was about to commit suicide. Вчера мы остановились на том, как Индра уже был готов совершить самоубийство. He had just, it had really sunk in. What I have done. Эта мысль по-настоящему глубоко проникла в недра его ума. Он глубоко начал раскаиваться. Что же я натворил? I tried to kill Krishna. Я пытался убить самого Кришну. The Supreme Personality of Godhead. Верховную личность Бога. I tried to kill Shrimati Radharani. Я пытался убить Шримати Радхарани. I tried to kill Mother Yashoda. Я пытался убить маму Яшоду. I tried to kill Nanda Maharaj. Я пытался убить Нанду Махараджу. And all the gopis. И всех гопи. And all the cowherd ladies. И всех женщин-пастушек. All the cowherd boys. И всех мальчиков-пастушков. All the cows. Всех коров. What have I done? Что же я натворил? I don't know if any of you ever tried to kill someone. Я не знаю, есть ли здесь из присутствующих хоть кто-нибудь, кто когда-либо пытался хоть кого-нибудь убить. Хоть кто-нибудь есть? I don't really know. Я не знаю, не думаю, что есть кто-то. Tarakan? No, but how about a human being? Нет, я говорю о том, о убийстве человека. Да? Нет? Not yet. Никто еще не пытался убить человека? But just think, if you tried to kill someone or a whole lot of people, but then you realized it was a big mistake. Смысл в том, что если вы попытаетесь убить человека или даже группу людей, тогда вы осознаете, на самом деле, это было большой ошибкой. What do you do? Что же вам делать? You go up to them and what do you say? Вам нужно прийти к этим людям и что сказать? Простите, человек, пожалуйста. Ошибка была. It's just too fantastic for the mind to deal with. Потому что ум меня так накрутил, и мне сложно было справиться с ним. Вы уж меня простите, пожалуйста, это были ошибки. And therefore Indra was just thinking, I cannot live, I just have to kill myself. Поэтому Индра преисполнился решимости покончить жизнь самоубийством, так как не мог дальше жить с осознанием этого факта. And he was just about to actually do it. И он уже приготовился вонзить в свое сердце кинжал. And as we read yesterday, Brihaspati, his chief priest came and
mocked him and chastised. И как мы упомянули вчера, при Хаскосе главный жрец появился и отчитал его. You have become insane. И сказал ему: ты безумец. There's no need for you to commit suicide. Нет никакой необходимости совершать самоубийство. Don't bother, don't waste your time. Не утруждайся даже этим, не теряй свое время. You're already worse than dead. Ты так уже находишься еще в более незавидном положении, чем мертвец. You've offended the supreme personality of Godhead and his greatest devotee. Ты нанес оскорбление самой верховной личности Бога и его самым драгоценным преданным. So from now on you can never ever be happy. С сегодняшнего дня и во веки веков ты никогда не будешь счастлив. So Indra threw himself at Brihaspati's feet. И Индра бросился к стопам Брихаспати. Please help me. Пожалуйста, помогите мне. There must be something I can do. Ну, должно быть какое-то решение. How can I get free from the reactions to these offenses? Каким-то образом я должен освободиться от последствий своих оскорблений. So, Brihaspati replied, the only thing I can think of. Брихаспати ответил: единственное, что приходит мне на ум, это as if you approach Lord Brahma. Это что тебе стоит отправиться к Господу Брахме. When such abominations happen, only Brahma can help. Когда такие ужасные вещи происходят, только Брахма может помочь. So Indra went to Brahmaloka. Итак, Индра отправился на Брахмалоку. And he approached Lord Brahma. Он обратился к Господу Брахме. But he tried to be a little cool. Он обратился в настроении такого крутого человека, немного заносчивого. Ну, у меня тут проблема небольшая. And so trying to be sort of make a nice impression on Lord Brahma. Lord Indra said. Своим поведением Господь Индра пытался произвести впечатление на Господа Брахму и сказал ему: I heard that just recently you offended Krishna. Брахма сказал Индре: я услышал, что совсем недавно ты нанес оскорбление Господу Кришне. But Krishna forgave you. Господь Индра сказал Брахме, что совсем недавно ты нанес оскорбление Господу Кришне, и Кришна простил тебя. Because just immediately before, just actually it was one year before, anyway, a little while before, Lord Brahma stole the cowherd boys and calves. Так как незадолго до этих событий с Господом Индрой, Господь Брахма украл мальчика пастушков и телят. And Krishna was not very happy about that. И Кришну это сильно расстроило. And anyway, you probably know that story. Вероятно, вы все знакомы с этой историей. That Krishna expanded himself into the same forms as the cowherd boys and calves. Кришна воплотил себя во все формы мальчиков, пастушков, коров и телят. And Brahma came back. Брахма вернулся. And saw all these cowherd boys and calves. И увидел, что все мальчики, пастушки, коровы и телята находятся на своих местах. And he became bewildered because I just put them, I locked them up in a cave. И он впал в замешательство, как такое могло произойти, ведь я украл их, я спрятал их в укромном месте, в пещере, а не под замком. So what happened here? Как же так произошло? Они же там, но они здесь. Что and это такое? All the cowherd boys and calves then transformed themselves into four-armed Vishnu forms. А затем все мальчики, пастушки, коровы и телята проявили четырехрукие формы Вишну. And Brahma understood. И тогда Господь Брахма понял. Ой-ой-ой! Ashoka. So anyway, it's a long story.
But basically he apologized to Krishna. Так или иначе, это очень долгая история, но в конце концов Господь Брахма приносит свои извинения Господу Кришне. So anyway, so Indra was aware of that. Индра был в курсе этих событий. So trying to be like nonchalant. И пытаясь с заносчивостью и с крупным походом, Индра обратился к Господу. Я слышал, ты Кришну оскорблял уже ранее. But Krishna forgave you? Но Кришна тебя простил. Some other thing has happened to me. У меня вот такое же сейчас перепутье. What would you suggest I do? Что ты мне посоветуешь? Как мне быть? And Brahma said, yes, it is a fact. I stole the cowherd boys and calves. Брахма сказал, да, это действительно факт. Я украл мальчиков, пастушков, коров и телят. It was an offense to Krishna. Тем самым нанеся оскорбление Господу Кришне. But not like what you have done. Но это ни в коем случае не сравнимо с тем, что ты натворил. Offenses like yours are not easily nullified. Оскорбление такого рода очень сложно обнулить. Wise people block their ears when they hear about such things. Большинство людей вообще уши затыкают, когда слышат об этих событиях. And Indra just sort of collapsed on the ground. И тогда Индра просто рухнул без чувств на землю. Please help me. Пожалуйста, помогите мне. Ну, пожалуйста, помогите. And Brahma said, okay, there is one thing I can suggest. Брахма сказал, есть кое-что, что я могу предложить тебе. Krishna is very fond of the cows. Кришна обожает коров. And on your heavenly planet, you actually have one of the Surabhi cows from Goloka. А на одной из твоих райских планет проживает одна корова Сурабхи из Голоки Вриндавана. So my suggestion is, you get Surabhi to go with you. Поэтому я советую тебе взять с собой Сурабхи и отправиться на землю. And when you approach Krishna, put Surabhi in front of you. И когда ты будешь обращаться к Кришне, пусть между вами стоит Сурабхи. And Krishna will be very happy to see him. Тогда Кришна будет очень рад увидеть корову Сурабхи. And his heart will become softened. И тогда его сердце смягчится. And then you come out from behind Surabhi. Из-за спины коровы Сурабхи ты будешь выглядывать. Hare Krishna. И говорить Hare Krishna. So Indra thought, hey, that's a good idea. Индра подумал, о, это очень хорошая идея. So he went back to Indraloka. Он отправился назад на Индралоку. And he approached the Surabhi cow. И обратился к корове Сурабхи. He explained the plan. Он объяснил ей суть плана. So, okay, let's go. Come with me. Пойдем со мной. And Surabhi said. Сурабхи ответила. I don't want to come. Я не имею никакого желания идти с тобой. You trying to kill all my relatives. Ты пытался убить всех моих родственников. All the cows of Vraja. Всех коров Vraja. So why should I want to help you? С какой стати я вообще должна хотеть помогать тебе? Actually, I want to get away from you. На самом деле я хочу поскорее избавиться от тебя. So Indra pleaded with the Surabhi cow. И тогда Индра начал молить Сурабхи. And because Surabhi is extremely merciful, she agreed to go. И поскольку Сурабхи находится на чрезвычайном уровне милосердия, она согласилась помочь ему. So now, just a little bit of the chronology. Немного хронологии. Govardhan Puja took place on the first day of the waxing moon.
Гвардхана Пуджа состоялась в первый день уходящей луны. The next day was Bhratri Dwitiya. А на следующий день состоялся фестиваль Bhratri Dwitiya. It's the second day of the moon. Это второй день уходящей луны. And it's the day when all the sisters. Это день, когда все сестры must cook nice things for their brothers. Должны приготовить самые изысканные, вкусные блюда для своих братьев. And personally feed them. И лично послужить им, покормив их. Хорошо. You brought in. Okay. Then on the third day of the moon, Indra sent the storm. Затем на третий день сходящей луны Господь Индра послал шторм. Then on the so that storm went from on the 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, and 9th days of the moon. Этот шторм продолжался с 3 по 9 дни исходящей луны. The 10th day was that was the day that Krishna told everyone to come out. На 10-й день Кришна сказал, что все могут выйти. The storm stopped. Так как шторм прекратился. Everyone came out, Krishna put the hill down. Все вышли из-под холма, и Кришна установил холм на свое место. Indra came and saw the scene. Индра пришел и увидел своими собственными глазами, что там происходило на самом деле. And became totally devastated. Что его очень сильно расстроило. And on that 10th day, the Brijabasis glorified Krishna. Бриджабаси начали прославлять Кришну на 10-й день. There's a whole chapter in the 10th canto dedicated to that. В 10-й песне Шримад-Бхагаватам целая глава посвящена прославлениям, которые Бриджабаси возносят Кришне. It's called Wonderful Krishna. Которая называется Великолепный Кришна. And then, you know, what different devotees came forward and expressed their appreciation. Различные преданные обращались к Кришне и выражали свои любовные чувства. Like the cowherd men, they were glorifying Krishna. Пастухи прославляли Кришну. He did very well. Он так здорово справился, говорили они. For a little boy to hold such a big hill for 1 week. It was very good. Для маленького мальчика, который целую неделю держал огромный холм, он справился очень здорово. It was mainly us holding it with our sticks, actually. На самом деле это мы держали холм своими палками все время. But Krishna did very well. Но Кришна справился со своей задачей очень хорошо. And then Madhu Mangal glorified Krishna. Затем Мадху Мангал начал прославлять Кришну. Krishna did so nicely. Кришна так здорово справился со своей задачей. Holding the hill 24 hours a day. 24 часа в сутки он держал холм. It was mainly by mantras. Он на самом деле только лишь по милости моих мантр он смог справиться. But still, he did very nice. Но в любом случае он-то молодец. Husband, life, Krishna. And then Mother Yashoda and her friends spoke. Затем мама Яшода и ее подруги обратились к Кришне. For such a small boy holding such a big hill, Krishna did very nicely. Для такого маленького мальчика, который держал целую неделю этот холм, Кришна, ты справился просто лучше всех. It was mainly us massaging him. Только благодаря тому, что мы руки тебе массировали. If we hadn't done that, I don't know what would have happened. Ты справился, но если бы мы тебе руки не массировали, кто знает, чем бы все обернулось. But he did well. It was good. Но ты справился очень здорово. Ты молодцом. And like this, different devotees glorified Krishna. И таким образом различные преданные подходили и прославляли Кришну. So anyway, now this is on the same day that Indra is sort of having his nervous breakdown. Это все происходило именно в тот же самый день, когда Индра пережил глубокий нервный срыв. Then the next day on the Ekadasi, Indra came down
and Garudan fell. Затем на следующий день на Экадеши Индра спустился на землю и пришел на холм Говардхан. And so they landed. If are you familiar? Well, if you are familiar with Govardhan Hill, then they landed by Surabhi landed at Surabhi Kund. Если вы знакомы с местностью вокруг холма Говардхана, то вы можете представить, где Господь Индра приземлился вместе с коровой Сурабхи. Он приземлился на Сурабхи Кунде. Surabhi landed at Surabhi Kund. Сурабхи приземлились на Сурабхи Кунде. Indra landed at Indra Kund. А Индра приземлился на Индра Кунде. Are you familiar with these places? Знакомы с этими местами? Бывали там? But there was a problem when Indra landed. Но у Индры возникли проблемы с приземлением. He came flying in on his elephant Airavata. Он на своем слоне Айравате летел. And he was telling Airavata, "Come on, go faster, faster." И он постоянно приговаривал Айравате, "Давай быстрее, быстрее." And Airavatas and elephants, you know, elephants do not really move very fast. Very well. А поскольку Айравата это слон, который не так уж и быстро и не так уж слаженно двигается. Did you ever try to drive an elephant? Кто-нибудь из вас пытался когда-нибудь на слоне кататься? Anyway, so Airavata got a little sort of bewildered. Айравата немного впал в замешательство из-за этих команд. And he crash-landed. И у него возникли проблемы с приземлением. Он потерпел крушение. He came in. Bang! И он просто врезался в землю. Бабах! And he hit the ground so hard. Он с такой силой ударился о землю, that on the edge of the hill, что с краю холма, that his feet penetrated a little into the rocks. Его стопы проникли в сами камни на небольшое расстояние. And there used to be four big shilas with the imprints of Airavata's feet. И раньше там можно было найти на холме четыре больших шилы с отпечатками стоп слона Айравата. Now there's only one left. Теперь только одна такая шила осталась. The Airavata shila is there, just across the road from Indra Kund. Эта шила находится прямо, если мы перейдем через дорогу от Индра Кунды. So on this Kadasi day, Krishna was walking on the hill. Итак, в этот день Кадаши Кришна гулял по холму. Just checking to see what the damage was from the storm. Он просто хотел оглядеться, осмотреться и понять, каков урон был от шторма. And then in came Surabhi and Indra. И затем он увидел, как приземляются Сурабхи и Индра. And they saw Krishna on top of the hill. Они увидели, что Кришна находится на вершине холма. And Surabhi said to Indra, "Come on, let's go." Сурабхи сказала Индре, "Ну что, пойдем?" Look, Krishna's looking at us. Смотри, Кришна сам смотрит на нас. He's smiling at us. И он улыбается нам. And Indra said, "I don't think I can do it." И Индра сказала, "Я не думаю, что у меня получится подойти к нему. I offended him too badly. Я так глубоко оскорбил его. I don't know what to do. Я даже не знаю, как мне быть." So Surabhi said, "Come on, just go and apologize." Сурабхи сказала, "Ну перестань уже стесняться, пойдем, просто извинишься." So Indra then approached Lord Krishna. Затем Индра подошел к Господу Кришне. And he offered his obeisances at the two lotus flowers of Krishna's lotus feet. И предложил свои почтительные поклоны двум распустившимся лотосам стопам Кришны. Krishna's toenails sparkled more brilliantly than the jewels of Indra's crown. Ногти на стопах Кришны сверкали гораздо ярче, чем жемчужины в короне самого Индры. Indra just wept on the Lord's lotus feet. Индра припал к лотосным стопам Господа Кришны. Припал. He cried. И начал рыдать. Yes, he cried. And his tears fell on the Lord's toenails.
Рыдая, слезы катились по щекам Индры и падали на стопы Господа Кришны. And then Krishna's toenails shone like a row of moons. И затем ногти на стопах Кришны засияли, как 10 лун. And his tears then melted on the Lord's toenails. А затем слезы начали топить эти 10 лун. And they ran off the Lord's toenails, just like lotus nectar honey. И начали скатываться с ногтей на стопах Господа Кришны прямо как нектар из цветка лотоса. Then Krishna did very amazing thing. Затем Кришна сделал кое-что удивительное. He spoke before Indra could say anything. He spoke. До того момента, когда Индра собирался раскрыть рот, Кришна заговорил первым. Oh my dear king of the demigods. О мой дорогой царь полубогов. What is this amazing fatherly mercy that you are showing me? Что это за отеческая милость, которую ты выражаешь ко мне? This is Krishna now speaking. Вот так вот Кришна разговаривает с Индрой. Because I'm just a child, I'm ignorant. Ведь я ведь всего лишь невежественный ребенок. I didn't know what I was doing when I stopped your sacrifice. Я даже не отдавал себе отчет в своих действиях, когда прекратил подношения, которые готовились предложить тебе. Still you've come here to show your mercy to me. А ты милостиво пришел сюда и пытаешься пролить на меня милость. So you see, this is Krishna. Krishna необычный человек. Таков Кришна. Кришна необычный человек. He's extremely merciful. Он чрезвычайно милостив. Particularly, he's merciful to his devotees when the devotees approach him in very humble moods. И особенно Кришна очень милостив по отношению к своим преданным, особенно в тех случаях, когда преданные обращаются к нему в смиренном настроении. Hearing this, Indra was unable to speak. После услышанного Индра был не в состоянии что-либо сказать. He felt as if he had been struck by his own thunderbolt. Он почувствовал себя, как будто бы в него врезалась его собственная молния. So then Indra offered his prayers to Lord Krishna there in the 10th canto. И затем Господь Индра вознес Господу Кришне очень красивые молитвы из 10-й песни Шримад-Бхагаватам. Then Surabhi offered her prayers to Krishna. А затем Сурабхи вознесла свои молитвы Господу Кришне. And she told Krishna, for many years this Indra has been our Lord. Она сказала, что в течение многих-многих лет этот Индра был нашим Господом. So, O infallible Lord, we accept you now as our Master. О безгрешный Господь, теперь мы принимаем тебя как нашего Господина. So, for the benefit of the cows, Brahmins, and demigods, во благо всех полубогов, коров и брахманов. Please become our Govinda. Пожалуйста, стань же нашим Говиндой. Go means cows, and Inda means master or king. Go значит коровы, а Инда значит повелитель или царь. In this way, Krishna got the name Govinda. Таким образом у Кришны появилось новое имя Говинда. Then, Haribo. Haribo. Shri Govinda ki jai. Shri Shri Radha Govinda ki jai. Shri Shri Radha Govinda ki jai. So now you see that they're on the western side of the hill. И теперь все находились на западной части холма. They walked around the bottom in the opposite direction that we go when we're on parikrama. И они пошли совершенно в обратном направлении по сравнению с тем, как мы обычно проходим свой парикраму. Вдоль подножия они добрались до того места, которое называется Говинда-кунда. And then Indra organized big abhishek. И там Индра подготовил большую абхишеку. So everybody who was anybody in the universe came.
Все, кто были живы во всей вселенной, собрались на эту кишеву. Слышите? Lord Brahma, four Kumars, Lord Shiva, Parvati, Narada Muni, Kartikeya, Varuna. Well, Govardhan provided a beautiful throne. Для всех этих почетных гостей Говардхан сообразил очень красивый трон. Varuna held an umbrella over Krishna's head. Варуна держал зонтик над головой Кришны. Vayu fanned him with a chamara. Vayu омахивал Господа чамарой. Chandra, the moon, took the form of a jewel-encrusted mirror. Чандра приняла форму инкрустированной жемчужины в зеркале. And the Sudarshan chakra expanded as many lights. А Сударшна чакра воплотила себя во множество огоньков. All the sacred oceans, rivers and kunds in the universe came with water to bathe Krishna. Все самые сокровенные реки, озера и прочие водоемы собрались в одном месте, чтобы омыть Кришну. Bhumi, Mother Earth, brought wonderful colored earths. Bhumi, Мать Земля, предложила всевозможные разноцветные виды почвы. All the medicinal herbs and plants came. Всевозможные растения и травы пришли. And offered themselves for Krishna's service. И предложили себя к услугам Кришны. Then the forest gods brought delicious fruits. Затем бог леса предложил самые вкуснейшие фрукты Господу. The lords of the mountains brought exotic gems. The lords of the mountains. Господь гор предложил самые вкусные виды повидла Господу. And many, many others brought many other things. И все остальные боги всех остальных департаментов принесли все свои вкусняшки. Для того, чтобы узнать поподробнее, что именно они принесли, вам придется приобрести книгу. Then Airavata bathed Krishna with water from the Akash Ganga. Затем Айравата начал омывать Кришну водой из Акашганги. Parvati and the other ladies held a plate with 1,000 coals over Krishna's head. Парвати и другие женщины держали над головой Кришны поднос с тысячами отверстий. And they showered him with streams of crystal clear camphorated water. И поливали его нескончаемыми потоками водой из камфоры. By the mercy of the Kamadhenu, wish-fulfilling cows. По милости Кашмадену, дерево, которое исполняет желания. Kamadhenu. Коровы, которые исполняют все желания. Kamadhenu. And the Kalpataru, the wish-fulfilling tree. А также Kalpataru, дерево, которое исполняет все желания. And the Chintamani, wish-fulfilling gem. А также, по милости, Чинтамани — это драгоценные камни, которые исполняют все желания. Everything was provided automatically. Все блага проявились автоматически. Then the demigods offered arati to Krishna. Затем полубоги провели арати Кришне. Agni offered some incense, благовония. Агни предложил Господу благовония. Необычно благовония. This Blagavanya, each one was about 4 meters long. Каждый из этих благовоний было примерно в 4 метрах по обхвате. And this thick. И вот настолько толстыми. Serious Blagavanya. Очень серьезное 4-метровое толстое благовоние. And Agni offered that to Krishna. Agni's body is made of fire. Агни предложил это благовоние Кришне. Он поджег с легкостью, поскольку его тело это огонь. Flames were coming out of his head. Огни прямо из головы исходили. Lord Brahma with his 4 heads
offered a massive chamara. Господь Брахма с четырьмя головами, который начал предлагать огромную чамару. Many meters long. Она была несколько метровая, очень длинная. And solid gold handle. И у нее была очень прочная рукоятка, сделанная из золота. Encrusted with gems. Инкрустированная драгоценными камнями. And Lord Shiva, in a five-headed form, offered the peacock fan. А Господь Шива в пятиголовой форме омахивал Господа павлиньим пером. Also with solid gold handle. Которая тоже имела очень прочную рукоятку, сделанную из золота. And then, when they finished, everyone left. И когда арати закончилась, все ушли. And there's just Indra and Krishna. Кришна остался с Индрой наедине. And Indra said, "My dear Lord, can you please forgive me?" Индра сказал: "Мой дорогой Господь, ты мог бы меня, пожалуйста, простить?" And Krishna didn't say anything. Кришна ничего не ответил на это. All Krishna did was gesture with his hand. Все, что Кришна сделал, это просто жест головой. Что, в общем-то, означало «отчаливай». Hit the road, Jack. Проваливай, Джек, и не возвращайся, как в той знаменитой песенке Скорпионс. And Indra didn't know what to think, actually. Индра вообще не знал, что, собственно, ему думать после этого. But anyway, he thought, okay, I guess I can go now. Но в любом случае, он, наверное, поразмыслил и подумал, ну, наверное, мне можно уже идти. So off he went. И вот он ушел. And there's just Krishna sitting there on the throne. Кришна продолжает сидеть на своем троне. And then the cowherd boys came. Появились мальчики-пастушки. And there's this big благовония. И увидели вот это длиннющее благовоние. And one of the cowherd boys came up. Hey, look at this! Мальчики-пастушки увидели и сказали: о, ничего себе, только погляди-ка на эту штуковину. And he picked it up. Один из мальчиков-пастушков взял ее двумя руками и давай предлагать Кришне крути двумя руками это благовоние. And another cowherd boy came and he picked up the chamara. Другой мальчик-пастушок подошел и увидел чамару, взял ее двумя руками and he almost fell over. И чуть его аж не перевесило. И давай омахивать Кришну туда-сюда. And another boy picked up the peacock fan. Другой мальчик-пастушок взял опахало из павлиньего пера. Ой-ой-ой-ой. И давай Кришну омахивать тоже. They had been watching while it was all happening. А мальчики-пастушки наблюдали за всем происходящим ранее. Then Nanda Maharaj came. Затем Нанда Махарадж появился. And he saw this fantastic paraphernalia. И увидел эти сногсшибательные параферналии. And he asked Madhu Mangal, tell me, where did this come from? И он сказал: Мадху Мангал, скажи мне, откуда это все взялось здесь? And Madhu Mangal said, yeah, see this благовоние, right? Мадху Мангал сказал: ну да, это, собственно, видите, вот это благовоние. It was the man with flames coming out of his head. Тот мужик проходил с огнем из башки. Yep. Да, точно, правду говорю. And this, oh, the chamara, you see the chamara? Чамару вот эту видите? It was the man with four heads. А это еще один мужик тут проходил с четырьмя башками такой. And the peacock fan? А видите опахало из павлиньих перьев? That was the man with five heads. А это вообще мужик с пятью башками проходил. And everything was being managed by this man who had eyes all over his body. А главный вообще тут всем заправлял такой мужик, у которого глаза по всему телу были. У Индры по всему телу тысячи глаз на самом деле расположены. Yes, Nanda Maharaj, that's what happened.
Да, Ананда Махарадж, правду вам говорю, вот что было на самом деле. And Ananda Maharaj thought, they must have been out in the sun too long today. Ананда Махарадж подумал, что, возможно, мальчики-пастушки сегодня перегрелись на солнышке. And that basically is the end of the Govardhan Lila. И фактически это и есть заключительная история, собственно, про Говардхана Лилу. Shri Giri Govardhan Ki. Shri Giri Govardhan Ki. Shri Giri Govardhan Ki. Shri Govardhan Lila Ki. Шри Бхакти Читани Свай Махараджа Ки! Шри Бхакти Читани Свай Махараджа Ки! Thank you for your association. Спасибо вам большое за ваше общение. Forgive us for our offenses. Простите нам, пожалуйста, оскорбления, которые мы, возможно, нанесли вам во время семинара. And may Giri Govardhan bless you all. И мы молимся о том, чтобы Гири Говардхан благословил всех вас. Hare Krishna. Дорогие преданные, немного Маха Прасада, пожалуйста, женщины и дети, подходите. Также имеются книги и диски Гуру Махараджа Бриндавана, если как Господом говорит Мандала Парикрама, а также книги Шрилы Прабхупады, которые вы можете приобрести прямо сейчас, и у вас есть последний шанс подписать это здесь и сейчас Гуру Махараджа.